среди множества песен есть особенные, чьи слова и мелодии знакомы каждому. Наш рассказ об одной из таких песен. Заходите к нам на огонек, белая скрипка ласкова, и так нежно. В этот вечер я так одинок, я так промок. Налей, сынок. Заходите к нам на огонек, и немного из того, и немного не из того, потому что она все-таки такая ухарско-кабацко-тоскующая. Песни о Семене, они интеллигентно-блатные, это понятно, да? Это интеллигентная блатота такая, да? Такая изысканная, да? Особенно, к примеру, там, а ну-ка, сделайте мне фото месье Жан. Так вот, там вообще интеллигентный человек. Он слова знает, там умные всякие разные. А заходите к нам на огонек, извозчик, так сказать, да, там, или скрипач ростовский Моня. И это песни такие гулевые. Такой мудрый человек так в кабак приходит, там, уставший. А? Дома ждет холодная постель, пьяная соседка, а в глазах похоть. Я пошел, пока, мэтр, да ты. Мадемуазель, привет, Рошель. Сегодня болен я душой. Вот из последних моих песен я сейчас пою на концертах, одна из крайних, это «Ночь закончился табак», на углу открыт кабак, пьяный мусор зажигает по столам, в платье Кристиан Диор влез с трудом аккордеона, играет мурку с горем пополам. Развяжу я сегодня, брат, морской узел на кадыке, утону в коньяка реке до утра в аккурат. А к утру распогодится дурнопьяная ночь моя, и вернусь на круги своя, ну, как водится. Это вот такой человек, и те ранние песни, это сегодняшние, но они об одном и том же. Это мудрый, серьезный человек пришел в ресторан. Заходите к нам на огонек. Я сегодня так, я так промок, налей, сынок, да? Это к блатному не имеет отношения. Он приблатненный, может быть, этот человек, а может, нет. Может, он цеховик, а может, он профессор какой-нибудь, знаешь, там, вольных нравов. Одинокий человек, девочка, пойдем со мной. Ананас возьмет. Не бычки в томате. Понимаешь, да? И не хлеба-горбушку. Возьмем конфет и ананас, и две бутылочки для нас. Серьезный пацан, он серьезный человек. Поэтому эти песни для меня несколько разнятся. Заходите к нам на огонек, пела скрипка ласково и так нежно. В этот вечер я так одинок, я так промок. Налей, сынок, дома ждет холодная постель. Пьяная соседка, а в глазах похоть. Здравствуй, старый друг, мэтр Дотель. Мадмуазель, привет, Рошель. Сегодня болен я душой, так выпьем же, друзья, со мной. Сядем у топера за спиной. Посмотрите, люди, на его руки. Ну, давай, сыграй, мой золотой. Ты что ж, Витек, такой худой? Спой мне песню, девочка, не успой. Про мою любовь, которой нет больше. Ах, как шуметь за окнами прибой. Пойдем со мной. Для нас.
приходите к нам на огонек. Пела скрипка ласково и так нежно. В этот вечер я так одинок, я так промок. Налей, сынок, дома ждет холодная постель. Пьяная соседка, а в глазах Бога. Здравствуй, старый друг, мэтр д'отель. Мадмуазель, привет, Рошель. Сегодня болен я душой, так выпьем же, друзья, со мной. Парарам, парарам. Владеющий чарами песен, душою владеет любой. Генрик Ибсен, норвежский драматург. День такой хороший, и старушки крошат хлебный мякиш сизым голубям. Отгоняя мошек, спит гнедая лошадь, мордой наклонившись к своим яслям. Извозчик, отвези меня, родной, я как ветерок сегодня вольный. Пусть стучат копыта дробью по мостовой, но чуть не бить коня, ему же больно. Извозчик сидел, тоже представил себе. Это было, конечно, до новиковского извозчика. Новиков написал его гораздо позже своего извозчика. Я сидел тоже, прикидывал, как это все красиво. Вот в том состоянии, в котором был «Заходите к нам на огонек». Вот в том же состоянии. Это тот же человек. Он вышел из этого ресторана, где он был, находился, да, и сел в этого извозчика. Вот это та же самая личность, тот же самый персонаж. Там все красиво, по-благородному. Отвези меня домой. Я как ветерок сидел вольный. Девчонка, видимо, не согласилась. Из шампанского и ананасов, видимо, не достали. И он поехал пьяной соседке, у которой в глазах похоть. Он поехал на этом извозчике. Извозчик, два червонца, как с куста, если меня пьяного дождешься. Погоди, извозчик, я так устал, ну когда же ты со мной вернешься? Пойдон открытый, цокают копыта, загружил мне голову жасмин. И бросает с крыши косточки от вишен очень неприличный гражданин. Извозчик, через дом останови, покемарь на облучке я быстро. Только поднимусь, скажу ей я о любви, чтоб потом не подойти на выстрел. Я просто представил себе этого человека, себя самого, да, который, мы говорим, косточки, мало ли попадешь, не дай бог, кого. А он сидит там у себя где-нибудь на втором этаже, дал немножечко, и лишнюю кушает, и косточки бздынь, бздынь. Неприличный гражданин. День такой хороший, и старушки крошат хлебный мякиш сизым голубям. Отгоняем мошек, без спиная лошадь, мордой наклонившись к своим яслям. Извозчик, отвези меня, родной, я как ветерок сегодня вольный. Пусть стучат копыта дробью по мостовой, да не клещи гоня, ему же больно. Извозчик, два червонца, как с куста, если меня пьяного дождешься.
Погоди, извозчик, я так устал. Ну, когда же ты за мной вернешься? Цокают копыта, загружил мне голову жасмин. И бросает с крыши косточки от вишен очень неприличный гражданин. Извозчик, два червонца, как с куста, если меня пьяного дождешься. Погоди, извозчик, я так устал. Ну, когда же ты со мной вернешься? День такой хороший, и старушки крошат хлебный мякиш сизым голубям. Отгоняем мошек, спит гнедая лошадь, мордой наклонившись к своим яслям. Извозчик, отвези меня, родной, я, как ветерок, сегодня вольный. Пусть стучат копыта дробью по мостовой, да не кличи, гоняем уже вон.